сэр. Нет, я не говорю. Надо еще добавлять сэр в конце. Sure, yes, sir. Сыр, ну да, блядь. Вот так, да. What the hell to do? Блять, кто, кто хэпалом хочет быть, нахуй? Ну. Блять, что за Заханыч там, я слышал, тебе предлагал. Заханыч? Кто хочет, блять, у кого волонер на хэпале, сука? Мне просто, короче, блять, меня это, ну, максимально напрягает. Трупяшники всякие, вот эти бичи, это просто висяки, я их просто сейчас удалю нахуй. Еще раз, второй раз пишу в ПМ, короче. Ты тут, Мосфиру, нахуй. Пишите, блядь, помогайте мне, нахуй. Ну, что мы фукашат, наверное. Вот Тирандул, это, короче, это, Адель идет. Трандуил, да-да, спасибо. Ну Трандуил. Да. Тирандул. Почти попал. Что-то ты тирандунул, по-моему, слышу. Походу там дунул. Сейчас я дуну, блядь. Мне этот челик не отвечает. Я раньше бахнул, блядь. Ты пати будешь раскидывать? Ну я не пати раскидываю. Короче, Мосфир это пиздец, нахуй. Кто это такой? Это с трупяшником, ты говоришь? Тут трупяшнику пишу, нахуй. Короче, это... Зуфар Эрдру, 0 ЕП, нахуй. Тут, Мосфир и трупяшник это... Ты чё такой агрессивный, как никогда? Друзья, как я понял, Стелси. Она, по-моему, тогда... Стелси, это твои друзья? Ну-ка. О, Вика Сифилис. Ну только что ты говоришь, что ее друзья? Это она говорит, не ее друзья. Договариваешь на нее, ну. Заскамил, получается. Я не помню, там шаман у нас тоже какой-то девчонка, еще одна. На МРДД, да, надо побольше. Писала мне, типа, возьми. Я у нее спрашивал, а что, типа, друзья той же Ги, которой ты до этого вечернее был. Типа их перетянуть, собирались играть. Ну вот, увидишь, как хотят играть. Сломить его было очень трудно. Мадина. Хуйня нахуй. Я знаю, что это Эрдру. Он пишет, на 50 минут зашел. Отойти на часть. Ну так а нахуй такое вообще надо, блять. Бичи, которые вообще не присутствуют, нахуй, на РТ ни на одном, нахуй. Это параша, блядь. Мать, что, Вайда разъебут. А, нет. Они мимо прибегут, нахуй, я вообще, блядь. Untouchable, нахуй. Лингрена там кинет. Вайда, а чё ты с РДДшником захотел или чё? Ну, я смотрю миликов, да хуя пойду РДД. Ох, танк есть, Вилаша и вон Вика Сипи. Правильно, Лёха. Да я думал помериться с тобой этим, блядь, и ДПСом. Вон с Бледрингом помериться. Со мной помериться, давай. Да со мной помериться. Всё, сука, блядь. ХПСом, Хамазец, Авилания. ХПСом, давай, у меня 1000 хосты. Лёха, правильно, слышишь, она этого, как его, на профа зайдёшь, полгруппе берёшь. Ну-ка ему пати. Так ты героическую оп забирай, не повадно, чтобы поводу было уходить с РТ. Ой. Мосфир, твой кореш, нахуй. Трупяшник, блядь, заходи в ДИС. Чё это за хуета, блядь? Какой-то Мосфир висит в рейды, нихуя не ходит. Он ПВПшник или что, нахуй? Ну-ка, сейчас я его смотрю, блядь, в базе данных быстро, нахуй. Как чё там? Чё по базе пробью, по IP учишься? На туре, блядь, не дай бог там камни, ну, камни лкашные, нахуй. Бери Фиар, да? Ну-ка, блядь. Мосфиар, нахуй, персонажи, блядь. Ты уже камни у нас взял, блядь, твой талисманчик в рейд, да? Какой талисманчик? 20 крита, блядь. 23 СПД, 18 СПД дух, блядь. В стапках нихуя нету, в кольце нихуя нету. Трини, блядь, пиздец. Жезл 45-й. Пуха... И он, блядь, не плюсует никуда, нахуй. Это ну, что такое, так, нахуй? Самодостаточно человек. Мне просто интересно, нахуй. Нахуй мы эти драчки, срачки, болячки. Он уже настолько преисполнился. Может, они ПВПшеры, ты там проверил. Я там вообще в ахуе просто. Реально. Нахуй мне такие люди, блядь. А, история БГ, да, ты говоришь? Ну-ка. Мы, да, мы... Так, мы где это? Где? А, история полей боя, ну-ка. Так, да, тут что-то дохуя прям быстро. Ока, бури, победа, блядь. Храмы Волота, сверкающие копья, победа, нихуя?
Сам-то ПВП. История арены. Результат поражения. Тип 2 на 2. 57 секунд. Нахуй. Арена Острогорья. Что это я, блядь, посмотрел только что? Поражение, да? Авелане, открой историю. Что там у Авелане? Да хуя, да? История. Да я бы гэшил. Трупяшник, ну-ка ты мне скажи, ты ПВПшер, блядь, или ПВЕшер? И кореш твой, эмосфер, это кореш твой или что это вообще? Объясни, я не понимаю нихуя. Висите мертвым грузом, никуда не ходите, нахуй. Вот он не ходит, я его вообще не видел в рейде. А ты ходишь еще? Че у тебя там по ИП? У тебя, да так же, как у него, в одном рейде были. Я работаю, я понял. А он сейчас в логове Мактеридона, это как ты объяснишь? Он твой кореш или где, блядь? Предательство. Потому и захожу. Кореш предал кореша. Нихуя не понял. Объясни мне за приста, пожалуйста. Он в гильдии просто так висит? Редко. Нет, подожди. Хорошо, ты редко. А он почему сейчас в логове Мактеридона? Мне просто интересно. Или это не твой кореш? Я его сейчас кикану нахуй отсюда. Блять, у меня люди висят просто так в гильдии. У меня рейд, а он не ходит никуда. И он не отвечает нихуя. Это пиздец просто, бля. Я не знаю, трупяшник, нахуй. Ты мне объясни, это твой кореш? Ты не против, если я его кикну, нахуй? И ты, если еще не будешь заходить с редким онлайном. И тебя тоже, блядь. Ебать, там будет разъем. Я был бы не рад. Поделили за то, что чужим на ИРТ сходил, а теперь сам начал ебать за это. Ну, пиздец, нахуй. И себе 300 накинь ХП. Да кая-то при чем, блядь? Я играю в это, в отдельное время, блядь, совсем. Я должен отдыхать, а эти челики вообще даже не работали, им еще отдыхать рано, блядь. Нихуя. Работает тот я. Он сейчас около компа, хорошо. Пишу. Так он в логове Мактеридона. Как бы он, блядь, не у компа был? Интересно, блядь. Перс, может быть, сам туда ходит, блядь. Ку, пишу. Ботан запустил чисто. Ты тут. Блядь, охота вот закрыть. Мосфер, блядь. Бот есть? Я вообще не понимаю, как, блядь, почему так произошло? Серьезно, бот есть? Какой любому есть. Че ты, блядь, вообще думаешь, нахуй? Пиздец. Короче, трупяшник, ну, блядь, он чисто, не отвечает чисто, в ПМ, я не знаю, что делать. Все боты есть, которые, блядь, ну, никто ничего не палит. Меня такая хуйня не устраивает, блядь. Думаешь, здесь нету? А, так на фарм руды это понятно. Может, у него нет времени, ну так а нахуя он тогда тут сидит? Ну так надо написать об этом тогда. Никто не в курсе об этом. Его кто-то добрал, говорят, вот ДСшник будет. Так он, блядь, просто ПВП играет. На ПВП у него есть время. Блять. Я же говорю, нихуя себе, блядь. Есть типа канал. Но, блядь, типа не можешь прийти, просто пишешь, и никто не доебется, блядь. Ладно. Я, ну, я не знаю, нахуй. Желание, я когда на Пандаре играл на Офе, но. У меня был бот, который параллельно качался, делая квесты, ходил в данжи и качал профы. Нихуя! И все это одновременно делал. Младший брат, да, звали? Все нормально. Я не помню, как он назывался, но типа он на 4 Деда. Перса качнул до макс левела. Знаешь, что вчера нашел? Че нашел? Короче, а, вот эти банки, понял, что за репо. Блять, как мне убрать лут, вот эту зеленую хуйню, параметры? Где эта хуйня, нахуй? Необычная, вот добыча групповая, чуть-чуть не... Каналы. Да не, подожди, не, вот... нет, вот каналы, настройки торговля, не гильдии, нет, это другое должно быть. Вот, сбор какое предметов другое? Убрать. Да ты не понимаешь вообще, о чем я говорю. Вот сбор предметов, улучшение навыков, нахуй, вот это убрать, фиолетовку добыча покупать. Золота убрать, блять. Так, сообщение, ошибки. Ладно, а чтоб тебе не показывало просто. Я убрал в канале, нахуй. Что, Мадина, ты в Дисе? Да мне не надо такие люди, нахуй. Они сидят там, блядь, я полчаса зашел, я там, блядь, 20 минут, нахуй. Понял. На герои, а, я понял. Вчера он заметил, понял фишку. Вот эти банки, что за репу, на них тоже алхимка распространяется. Это хорошо, это хорошо. А как ты же ее рецепт, типа, не знаешь? Как бы, ну вот я сам офигел, я вчера в Оке был, это, фармили когда воронки, я выпил фласку, она висела 2 часа. Так, Мадина. Вот только непонятно, действует на нее миксология или нет.
Если еще и миксология действует, то это вообще бомба. Ну, миксологии, наверное, нет все-таки. Мадина друга просит какого-то взять. Да, да. А Мадина это кто? ПКшник. Эрдру. Эрдру? С нолипы. Вот, сейчас он говорит друга взять, и я пойду, типа. Давай. А что, без друга что-то не пойдешь? Похуй мне. Пускай 240-й ходит, мне вообще поебать. Главное, сука, чтобы в рейд ходили, нахуй, а не вот это, блядь. Уйду, сейчас отойду, наберем, не играю, блядь, не могу, нахуй. Вот, Казано, напиши. Вот, это, Казано, ебаный, сейчас, блядь. А что это за бич в первой партии? В пятую кидайте, нахуй. Уже состоит в гильдии, блядь. Уже? Да, white light какой-то, надо его в пятую перекинуть. Пусть мне в ПМ напишут. Ну, как то, блядь, ёбаный в рот, нахуй. Ча, может, блядь, ты зайдешь со мной, Мадина, в рейд? И друг твой, но по пути тоже зайдет. Давай, блядь, пати в рейд. Чё, блядь, у меня бычка не собирается, нахуй. Просто, блядь, пришел, не пришел, опоздал, пососал, ёбан, подрочил. Войт, помнишь это вчерашнее вайпы в РСК и Гир? Это все до сих пор карма доходит. Это я Глеб понимал. Все проплатил. Твои апокалы не упали, закрой рот. Ну я знаю, что не упали. Так, я вот думаю, блядь. Это все Глеб проплатил. Хелос пекнуть на ребро чисто. Я думаю, дальше в три они прохилят. Войт Лайта спекнуть в хила, нахуй. А, блядь. Так-то можно бы, блядь. Хелос, спекнешься ты, Илья? Давай паролем. Можно, блядь. Я уже спекнул. Все. Кидай пати, пишут. Что значит можно? А дальше пойдем. Да ебать. Кто Волонир будет отрабатывать? Блядь, флут такой. Где этот Казано? Бро, я от Мадины. Ц, нахуй. В ПМ. Так. Ой, я себе, бро, из уважения. Здорово, бро. Что вы меня с ума не присоединяется к гильдии. Имя. Так, имя и спек. Имя, пароль и явки. Имена, пароль и явки. Сексуальная ориентация. Да не альт, это ты вообще. Фотки 18+, ФЛС, да? Да. Ну, понятно. У меня тоже. Заготавливаем заранее, блядь. Фото с детого перса ФЛС. Сфотаем левый сосок. Ну что, ебанутая? Давай, блядь. Заходи, работа есть, ебать. Работа, блядь. Я вчера зашел раньше, нахуй, времени. Работа пизды, блядь. Как это раньше ты зашел? Валера Мути. Пишем, блядь, запоминаем все, блядь. Ну, такой мут, блядь. Он тыловик. Валера Мути. Все, блядь. Бля, вы еще и Валера. Работа выполнена, нахуй. Короче. Где второй танк, нахуй, ебаный? Сейчас за Емы зайду. Сейчас после ребра, короче. После... Юля. Сифилис и Юля. Шо, я? Шо? Обычка все-таки. Вот, Сифилис, Юля, два танка. Вот, 5 хилов в пятой пати. Хэлла после ребра, короче, уже можешь сразу в этого, в РДД спекаться. Там на леди не надо столько хилов. Все, так, рыба была, нет? Ладно, еще раз. Нахуй. Была, была. Было. Жрите. Ребёха. Ваня, что-то пристабав можно, лапку. Стоит, заигрывает. Так, тактику мне напомню. Так, дис ему киньте. Дис, спроси. Дис. После ребра. На кого дис тебе дать? Ёбаный в рот паладины, блядь. Вы ауры разберете сегодня? Ауры разбираю. Лед забрал. Хочешь, я дис на гамазека тебе сделаю? Ты чё, охуел, блядь? 20 минут до ребра. На гамазека, блядь. Ну. На гамазека дис сделаю, нахуй. 20 минут до ребра. Мы времени дохуя потеряли. Прием. Мадина тут? Мадина. Мадина, привет. Все, все готовы, даю отчет. Я тебя от него защищал, а ты на меня дис. Да я шучу. Блядь, это даже припот никакой не убил. Ну да ладно, похуй. Да похуй на припот. Так, сука, как там ротация, блядь? Какой у тебя припот, где-то? 1-2-1. Репоты для лохов. По клаве катайся и нормально. Я, короче, нажимаю все, что получается. Ну, все, что да, по клаве кдшилось. Ну, нормально хуярю. Получается обычно. Блять, я на шипе, сука. Он меня передамажил. Людринг, ну-ка притормози, блять. Там, блять, три паладина. Ебашит.
А, сейчас. Какой? 4, но. Надо было тебе пятым быть. На ребре было бы, на сурке было бы прикольно. Сука. Только шип, да, там на трэш падал. Не сбивайте шип! Не сбивайте Костю, пожалуйста, если я ребу. Надо его, блядь, задушить. Надо его передепейсить. Бля, черти, да, Костя, блядь, пиздец, сидят нахуй, вот это вот, блядь. Ладно, ебаные. Учите, блядь. Учи их после этого. В натуре, блядь, так помогай потом после этого людям, да, нахуй? Я просто смотри, блядь. Я хуярю, что есть сил, блядь. Блядь, куда ты, сука, убегаешь? Куда ты полетел? Реберный. Так, все. Че он, блядь, забагался ж? О, нормально. Хуярим. То, короче, меня не обгоняет, блядь. Это пиздец, короче. Там ГП. ГП, нахуй. Бля, никогда так не радовался дамагеру. Рогу разъебала? Красава, блядь, под ебалом больше не стой. Ты в диссе вообще? А, он не в диссе еще. Он еще не понимает, что такое, блядь. Пиздюля твой, да, блядь. Бля, а чё ты такой гиперактивный, дед, ты чё? Да, какой-то разогнанный, дед. Да, я вчера почилил. Пыхнул. Ты-ты-ты-ты-ты... Я вчера... А ты не почилил? Я вчера почилил в этой РСке 25, больше не хочу так чилить, нахуй. Ну всё, видишь. Да понятно, вот, подрочилил. Ты знаешь, как называется? Это называется курсы... ускоренные курсы подготовки. Стрессоустойчивости, блядь, или куда? Типа того, блядь, да. У меня сейчас этот будет вихрь, сука, а у меня крылья откатились, что делать? И полярка эпизодка не видно. Сосать под ДПС. Блядь, стан ребру дайте. Стан ребру. Сука. Казахстан. Стан Казахстан. Нормально вы там в лужах так упали. Блядь, тебе ебать айранчик прет нахуй, это пиздец. Причем тут айранчик вообще, блядь? Я неделю назад пил. Блядь, это моментальное, вот. Не прокнула эта хуйня, что моментальный экзорцизм ебан. Парни, может, ДПС просел. Шо, парни? Блядь, ДПС просел, сука, давай. На фулу идем. На фулу, это кто спрашивает? Друид Мадина спрашивает. Короче, Друид Мадина, это самое, приходи каждый день на РТ, и тогда будем все на фул проносить. Информация сотка. Йока, ЕЖСы. Что говоришь? А сейчас на фул? Конечно, ну, конечно. На фул. Не, мы так чисто на полшишечки зашли, понятно. Короче, смотри, я тебе такую инфу даю. Если, короче, ты со своим корешем будете приходить каждый день на РТ, то скоро, буквально, может быть, месяца два, ты пять уже будете одевать. Так что давай, блядь. Нихуя себе, блядь, я... Дед за свой счет будет отдавать. Ой, блядь. Так. Опа, вот это мне надо. Блядь, а почему я на... Это деду надо. Почему я на шестом месте, блядь, что за хуйня? Боешка деду надо. Дайте... Сосали по ДПСу, да? Что дать? Дискорд, линк. Дискорд, киньте. Распыл кто? Вилания? Да. Нет, куда? Заломаныч! Заломаныч! Я уже Вилании закинул, уже поздно. Заломаныч распыл, Заломаныч распыл, блядь. Погнали дальше. Сука! Осколок есть, нет? А, есть. Тихо, не флудите, блядь, чтобы нас осколок уталкивать. Читайте. Юля, если что, пиши мне, я деда заебу. Натуре, мы все деда заебем. И вы... Ну, деда мы РДД бейте. Все, пора, блядь, алхимку ставить. Вы хотите сказать, из шема у вас разница 4к, блядь, со мной, нахуй? Да, шем же дохуя. Да не, шем дохуя дает, забей. Шем говно пушка, блядь. Ну, во-первых, у тебя item level 200. Че, он батя показал, как... Шем 2500 ДПС дает. Понял. Какой батя, блядь? А пока лагер там, что еще? Ну, расскажешь. Чей батя? Сосали, да. У кого пока лагерь работает, блядь, тогда поговорим. Костя? Пойду кофе сделаю. Пойду, водки найду. Пойди. Нихуя ты, блядь. Блядь! Лопнула. Вайп на трэше получилось. Меня убили. Сука, стопните дамаги, блядь. Я души собираю, ёбаный. Ты беги быстрее. Тут так бьется тухло. Пиздец. Я даже чиниться не буду, нахуй. Блять,
Что за хуйня? Бой? А почему, блядь? Да куда ведёшь его? А почему бой, Минус души бой. Ваниш портал. Ёбаный в рот, блядь. Это, дед, так чё, я в хреме завтра заберу квест на посох? Он выпал, этот квест. Чё не выпал? Ну то, что он 100% продает, тебе вообще дать, ну и похуй. Это ну вообще насрать. Не выражается. Блять, сука, блять. Души мои. Спасибо за ответ, Войт, кстати. Ну, типа, я последнее время хилам отдаю этот посох. Не знаю, что ты беспокоишься. А, я просто спросил, я ж не... Ну, ты ж не хилишь. Ты же не хилишь. Ну, как раз. Бля, Анатолий... Можешь даже не беспокоиться. Можно, ты не дамажишь. Можно и не просить, да? Не дамажишь даже. Пиздец, так класс убили, я виноват, что ли? Ну, тебе говорили, на имбу сядешь, все, пиздец. Ты как хули, на лопатки положили, нахуй, в голову выстрелили, блядь, и все, и пиздец, блядь, и мертвый, классно. Имбу сел, выходу. Не, ну казана чисто похуй. Что там, можно похилить? Не-не-не, вот в Т5, нахуй, там тема, блядь. Я ради этого только на Элену пересел. А я не буду метку выносить. Скажите, нахуя вставать, если можно лежать? Я живу, ну, вроде этого. Вынос метки. Кто не вынес? Дай лутерон. Да вынес метку. Ладно, я... вынес. Ну ладно, так уж и быть, блядь. Так уж и быть. Уговорили. Давай поговорим. Ресаем. Уговорили. Ресаем. А чё с Синдрой-то не так? Ухо горлано. Ну ты дракона уже не любишь. Блядь, ну а чё вы не ресаете? Ну, блядь, как бы... Дураки, что ли, блядь? Пошло добро. Чё, бьём? Вы чё, говорит, стоите, давайте бить. Ну, надо было ресать хотя бы, блядь. Уважаемый, здравствуйте. Танки, моча. Место. Танки, моча, это самое. Сейчас танка спихнешься, блядь. Есть место. Да я просто подхватил, не понял, что сказал, сори. Танки красавчики, ёбаный в рот. Таких танков первый раз в жизни вижу, ебать. А чё не контролим? Контролить? Себе, тирандыл, контролим. Алло. Тирандыл, прием. Есть вихрь на под панели? Плохо. Так, под вами. Будет, блин. Хватит издеваться. Встань нормально. Да. Я не умею нормально. Ты чё, я два класса только учу. Ты чё издеваешься? Чё принял? Я ничего не принял, блядь. Он айранчика ебанул, блядь. Я, короче, Джона Уика посмотрел и понял, что жить осталось немножко. А какого ты смотрел? Четвёртого. Он уже есть? Джон Клыка посмотрел? Джон Клык, да. Блядь, сори. Я не хотел, блядь. Уже разъебали. Канцелавр. Трэш, бьём трэш, блядь, я на боссе сижу. Там, блядь, схуяли ты на боссе сидишь, не понял? Блядь. Ты чё, нахуй, вообще? Погоним деда, получается. Сука. Давайте хили воина, блядь. Я тут это, накручиваю хпс вам. Ага, ещё и лужа стоит. Да, ну почему я не должен стоять? Ага. Блядь, кто мне боб кинул, какая тварь? Не я. Пиздец просто, блядь. Я в ахуе, блядь. Ну я, скорее всего, знаю, кто. Теперь я крылья не могу закинуть. Ну, Костя! О, как дела? Нихуя! Устранили конкурента. Так, Мадина, тихо, Мадина, ну-ка ресай Войда, давай. Разъебало, ресай его, не надо. Нет, БР, я... Нет у меня БР. В смысле нету, блядь? Все правильно, не надо ресать. А куда ты его отдал? А нахуя? А я не просил, блядь. Он мертвый лежит, нахуй. Сука. Все правильно сделал. Нахуя ты в него дал, блядь? Ты мне объясни. Он дал 20 тысяч урона. Сука. А нехуй на боссе сидеть, понял? Это, тихо. Я, конечно, все понимаю сейчас, типа, весело, блядь. Но смотрите, чтобы это не превратилось в парашу какую-то. Во-первых, не отдаешь ты без команду без Б. Блять, БР без команды. Я понял, хорошо. Ты его резнул, вот он нихуя дамага не дал. А я, блядь, по дамагу был первый, нахуй, просто, блядь. Я бы сейчас уже бы убил босса. Конечно, ты босса сидел. Ты босса туннелил, сидел, блядь. Алё, нахуй. Ты не первый. Кринж. Там Ваня. Ты там не был. Я там 29 даю. Спиритс. Invisible еще помер. Кто Invisible? А, я завешал нахуй. А кто? Чё, блядь. Три лучше было. В рейд заходи.
Два слота, ну, быстренько заходите, кто там вала ебет, блять, прохлаждается. Бля, я ж спросил, есть слот? Сука, два слота, говорю. Ну, заходи. Ну, я зашел. Сейчас зайду. Сейчас заходите, зайду. А то, блядь, типа от нему нахуй. Да ну да не! Вот, я плюс даже написал. Может, даже ДД-шаром заходить. Его убили раньше, чем его успели законтролить. Ну так и надо, блядь. Да дед вообще вагон, блядь, инвизибла зауешил, блядь. Еще и сам сдох, блядь. Потом говорят, вагонище, бля, просто воронок нет денег. Я отомстил за инвизибла. 60к надамажил по законтролю. Бля, и во тебе дед Баяшек сыпет, нахуй, нормально. Ты мне сыпь давай. Урон по союзникам. А, ну да. Чтоб вы понимали, да. У вас в рейде вон транквилла 80 тысяч ходячие, блять. А чё за хуйня, чё за бой, блять? Ну там, ладно, видимо, дракона спулили. Спустили дракона. Пустили в дракона, я понял. Упускайте бочку. Чего сделали, блять? Ты чё, блять, вообще нахуй там головой тронулся, дед? Ой, блять. Так, там легкие дамские наручи лежат. А чё лут не кидал? Да? Реально, что ли? Нихуя себе. Лут? Отдавай. Не может такого быть, блять. Мы великана убьем? Отдай. Чё убьем? На него квеста нет. Нету квеста. Там квест 25-ки на великан? Нет. В десятке же квест на великана вроде. Да. У меня проще кто-то 25-ки висит, я его отменить не могу. Да. Нет. В смысле, ну не можешь отменить. Ты его если сделаешь, ты его сдать все равно не сможешь. Да, но задать его отменить. Нет, кто принимает заказ. Алло, блядь. Алло. Не можешь отменить, это просто... Ну вот сейчас... Ладно, нахуй, сейчас я подожду. Это релогнуться надо. Это сначала надо добить дракона, чтобы пропал бой, если я нажал портал, а потом раздам лут, блядь, понятно? Манда. И это не почему понятно. Не забыли? Я заберу лут. Сами летим, блядь. Мне как раз легкие дамские наручи. Я понял, нахуй. Да, понятно, блядь. А что там, бой бесконечный будет, чи шо, блядь? Дракона как долго бьете? Сколько там казанов дракона дал? 100 тысяч есть? Пока нисколько. Я понял, нахуй. Просто, блядь, как дела там? О, блять, он туда портанулся. Молельня проклятых. Кто это, блять? Так, кто-то тут стоит, прохлаждается, не дамажит дракона, я понял. Релок можно? Кого можно. Отлично. Кого можно? Надеюсь, это будет быстрее 2 минут. Вот это мне надо. Это мне тоже надо. Так, вот это мне надо, да? Так. Мне на лока дайте. А вот это мне надо? Так, это я на распыл заберу, можно? На, казанок, одевай вот эту хуйню, нормально будешь дамажить. На распыл, о, дайте шмотку, пожалуйста, на распыл, мужики, на распыл. Давай, переноги в рейде, блядь. Что? А наручи никому не нужны дамские? Да, никому. Нет, забирай. У нас вроде дам нет. У нас только не дам. Мне если наручи, то только даунские. Не понял. Без ГП этому джентльмену наручи. Вот ты смеешься, блядь, а ко мне сегодня больная пришла и говорит, я не могу к вам второй раз приехать, у меня сын даун 40 лет, говорит, дома плачет, без меня скучает. Сын даун 40 лет. Не, ну, блядь, бывает. Я сижу, думаю, блядь, да чего мама пришла. Хочешь показать фотку, а там ты. Я ее хотел спросить, а сыны случайно не Слава зовут? Ну, думал, ладно, не буду. Ну, это попахивает ГПшкой, блядь. Ну, да. Осуждаю. Слышь, рыб на пир, блядь, вы засумоните меня? Я не знаю, тут сумонит, вроде шкаф какой-то стоит. Какой-то, блядь, ну, тут разные шкафы бывают. Это, блядь, а подойдите сюда к шкафу, блядь, я вас не вижу, просто не могу, ну, каску дать. Ай, ладно, похуй, без каски побьете. Ты побегали. Ну, хуй, блядь. Так, они эту хуйню фиксили, что ли? Я не знаю, ну, тут обзор хуёвый, типа... Короче, я кулаки себе ставлю. Как-то вот непонятно как, блядь, попасть можно по людям, блядь. Вот, вроде попал. Кулагорн. Кулагорн, говоришь? Да-да. Нормальный босс такой, с руками. Именно.
такой меч. Короче, кто ливает, с рейда, тот становится экскомьюникада. Ну, чего, чем въебался? Так что там? Ты экскомьюникада, да? Я не экс, нахуй. Я вообще, блядь, кто он, нахуй? Финекс, блядь, ёбаный. Петух ёбаный, блядь. Вида ебаная, нахуй. А как сверху спрыгнуть, ёбаный в рот? Ну как, а вот так вот. У тебя есть ровность. 5 ЕП даю, если спрыгнешь и не умрешь, нахуй. Не умрешь, блядь. Чё, история, мы с тобой танчим, да, здесь? Я спрыгивал, я прям, ну, я летел прям близко. Где ЕП, брат? Нормально. Ты спрыгнул? Ну, потом, после босса. Хорошо. Типа, блядь, обманул смерть. Танки, блядь, забирайте трэш. Чё там, Юля прилетела? Танки. Пошли! Танки курят. Пошли трэш там, бьет пить. Просто оружие. Так, корабль под обстрелом. Зачем ты сюда полетела второй? Ну ладно. И потом разъебаем все, что есть на этом корабле просто. Ну-ка съебали с моей пушки, блядь. История, ты чё, в комбате? Да. Ладушки, ладно. Комбат заиграл, блядь, да было. О, блядь, рюкзак взял, не? Чё, кто рюкзак не взял, тот дурак. Вау, это звук. Вау. Кто тут ДПС крутит? Войт Лайт. Я просто, блядь. О, май. Это какой-то бичерей. Просто колдунов разъебываешь, да? Да. Блядь, это ж колдун. Куклы. Ну, они опасные. Смотри, вот я даже вот этих разъебал. Они даже на наш корабль не успеют зайти, просто фулл АУЕ. Сука. Заткнет эти пушки, хуярим. Артирщики, заряжай. Зарядить ядрами, да, капитан? Зарядить канипелями. Бля, вы вообще пьяницы. Корсар пожилой, блин. Приятно видеть счастливого человека. Да, согласен. Опа, у меня зависло все нахуй. Лучше, блядь, в таком настроении, чем в каком-то другом. На туре. О, нормально. Бля, а что будет, если его затаунчу, интересно? Йо, тебе будет, блядь. Тебе ебанет. А, цель не поле зрения, простите. Так чё, Слава, тебе экскоммуникада, да? И нет. Сейчас... А чё в пушке никто не сидит, вы, бля? Я сижу, бля, алло, 4 пушки сидят. Алло, алло. Вторая пушка справа, пустая была. Рога упал. Рога это не пал. Рога упал? Казанок, как дела, брателло, блядь? Твоё обучение сегодня только что началось, блядь. Что, объясняю тебе гайд, блядь. Чтобы не падать с пушки, блядь. На кнопочку 1 назначаешь ранец, блядь, который на спине. Вы нахуя деда кормите вот этой вот хуйнёй, блядь? Он же сейчас разойдётся, блядь. Брателло, блядь, надеюсь, ты слышишь. Казано не в Дискорде, он не может сюда зайти. Сука. Почему сюда не может зайти? Ну пусть... Звание, наверное, я ему скинул Дискорд, он не может, у него там просто не показывается 20-ку рейд. Ты пусть зайдёт в гостиную. Потому что ему надо права дать, наверное. Сначала должен он зайти в гостиную. Если он в гостиную не заходит, а на сервер зашел и там нихуя не видит, то в системном канале должны отображаться те, кто зашел. Он должен сказать свой дискордовский ник, и тогда можно будет, щелкнув по нему правой кнопкой мыши, дать ему звание, блядь. И только тогда можно ему, блядь, зайти и увидеть каналы, блядь. Или же присунуть просто в гостишку. Ой, и все. Это был... Сука, я ему гайд рассказываю, его в DC нету, блядь. Как дела? Короче, друид для тебя рассказываю. Гайд ему передашь потом с моих слов. Короче, гайд такой, блядь, одеваешь по этот рюкзак реактивный. Джет-пакет. Джетпак, все правильно. Джик-пакет, он правильно. А джику сегодня поел, пиздец. Джика это сила. А что за Грозный? Это твой друг? Грозный это. Да, это вот. Сейчас я ему дам роль. Да, ему роль. Пусть делает ник только там игровой в Дискорде. Сейчас, бля, я ему буду рассказывать тактику. Hello, it's me. Алло, нахуй. Алло. Алло, нахуй. Алло. Сам алло. Алло. Шо, история популяримся? Боешка. У меня нет триксов. Сделайте, пожалуйста... А, ну там дохуя прям напал, я даже не знаю. Как тебе, блядь, везет? 3 босса, 3 боешки, заебал. В принципе, Пасифея, Криптолк и Казанок хватит. Казанок, Диси, почему мне так тактики не расскажешь? Хорошо, блядь, буду тебе рассказывать. Какую тебе рассказать тактику, ты такой мне напиши. Блядь, давай.
Как у тебя? Что с тобой происходит, алё, остановись! Хорошо, блядь, будет время, расскажу. А зверей наебнул, да и все. Так, да, я сейчас позырю, что там. Готовьтесь к сурку, сейчас кто 30к не даст, того кикаю нахуй с гильдии. Хорошо. Роги нету у нас, роги нету, подожди. Что говоришь? Слышь, Войд, мне реально эта хуйня нужна, без прикола, не на продажу. Да? Пиздит продажу. Может, тебе с Герой лучше забрать? Зачем тебе с обычкой? Ну, давай тогда с Герой заберу. Не, лучше с Герой, потому что это, ну, голдишка пригодится потом. Слышишь, Шелфер, у меня один вопрос. Почему у тебя комбат с даггерами? Может, он свитчи? Это стиль, ты не понимаешь. Сейчас увидишь. Рекаунт скажет сам за себя, нахуй. А там прикол, типа, какой-то? А что, а типа, можно так, я тебя спрашиваю? Это... Тихо. Он разгоняется и меняет пухи, нет? Нет, это даггер спек. Стопаните. И баники заварили. Прием, блядь. А то, блядь, лут не раздам. Вот это кольцо, вот тирандул жмет ИПГП, тебе оно куда? На что? Я не знаю, что, почему тут до ИПГП и консул. ИПГП это ИПГП, а консул это консул. На куда тебе это кольцо? Это же силовое кольцо. На мишку мне это кольцо. На мишку? Этот, остальным не надо никому это кольцо, обоссанное? Какое? Скелет, да вон, ёбаные скелеты, да, блядь. Да хуй забей, отдай вон там дуилу, блядь, пусть пожрёт. Турандулу отдал? Мишкой будет. Ты почему ты меня так коверкаешь? Турандул друид, он же официально. Так, это тебе надо. Энг, да, будущий, я понял, блядь. Все, готово, там рыбу надо? Правильно, турандул не друид, блядь. Так, сифилис, я думаю, ты дашь истерию кому надо, да? Кто тебе там голды заплатил? Так, вот рыба. Холи дрим. Я понял, нахуй. Тебя ебать не должно, блядь. Нихуя себе, блядь. Злое молоко. Слышь, сейчас Слава не дает 30-ку, кик его из ги. Лёха, слушай, а у тебя припотик у тебя есть? Что закликивает рыбу? Я припотики не пользуюсь. А вообще? Ну, смысл? Только на определенных боссах, типа робота и все такое прочее. Не, ну я думал тут его зануть, типа, две штучки. А, ну, типа, тебе дать охотник. Да. А где? Кого ждем? А где рога казанул? Ну, да, вот он. Давай, дежери быстрее. Две штучки. Ты в диси уже? По роге, пристабав. Казанок, ты в диси уже? Вот это вот. Казан. Казино, правильно. Шишки. Да, бля, так, что? Тут активация по кнопке. Мы тебя. По кнопке. Надо установить по кнопке. Не по рации, а по кнопке. По кнопке. Активация по кнопке, и только по кнопке ты сможешь говорить. По кнопке. Блять, а почему? Сука, вы что, дураки? Ну что-то баф. Запустите ебаного босса или шо? Да там мы не принимали готовность. Все, теперь запустил. Сейчас в отчет пошел. До боя. 1:16. 15. Вайда просто айранчик вмазал, нахуй, он все, он уже сидит, блядь. Можно было минуту назад его запустить, и сейчас уже... Айранчик... В туре, наверное, да, можно было, блядь. Какое упущение. Сука, никогда не прощу себе этого, блядь. Пиздец. Так, как дать на паладине максимальный ДПС? Что нужно в ротации? Что должно быть первой в ротации? Ну-ка мне топ-паладина объясните. Холидринг, что ты нажимаешь первым, да? Я ничего не нажимаю. Да, блядь, ясно, блядь. Правосудие первое всегда. Правосудие первым. Слышишь это? Лёха, не объясняй ему. Объясняй, я хочу его перед ДПС. У тебя же отжаги лучше срабатывать. Лёха, не объясняй ему, он меня с шипа не хотел сбивать. Чё МВП шаду, блядь, живи ровно, читай дискорд личку, сука, ёбаный сыр. Это я, тебе, блядь, такое надо говорить? Надо было. Как я буду дискорд личку читать, я уже не помню, что там было. Ты чё, фрик, блядь, ёбаный, да. Ты как, блядь, глаза открыл, блядь? Ты шо, блядь? Я сейчас в рейде, я не могу сейчас ничего читать. Сейчас-то мне нахуй читать, я тебе писал, блядь, 2,5 часа назад. Всё, Роги, готовимся, я уже забыл, что там было. Нахуй. Что-то важное? Тихо, дамажем. Две секунды. Да, пацаны, вы меня слышите вообще? К сожалению. Да, сейчас слышим. А, бля, всем привет. Я хули только разобрался. Все, бей босса, потом попиздим. Так. Сука. Хуярим нахуй. Блять. Не, реально, блять, хорошо так быть таким дураком, ДДшником, нахуй. Я понял. Хорошо быть паладином, да, будет?
Нет, дураком просто хорошо. Подмени со старым дураком, да? Да, это вообще... Прикинь, что новые люди думают про нас, блядь. Думают, какие-то фрики, блядь, ебучие сидят. Чё, не так? Нет. Ну просто... Мало еще с нами знакомые. Просто оранчика ебанул нахуй все. Ну, для ТРС-ку с первого трая убиваем, так что, пацаны, не обращайте внимания. Ага. Да, с первого трая расскажешь вчера. Как там дела? Как дела? Чё, блядь? Сейчас я тебя, блядь, перегоню, да, нахуй. У меня крылья откатились, нахуй. Ща, блядь. Подожди, блядь. Ща, блядь. Экзорцизм 35к, нахуй. Сука. Славу не сломай, блядь, дурак. Я хуярю просто. Пальцы тоже. Береги в тепле. Бля, я такого давно не ощущал, блядь, с тех пор, как фуриком был. Сука, экзорцизм! Помнишь, что не фурия? Не прокнул, блядь. Фурия, ебать. Сука. Ну это после сурка уже на спад пойдет дальше, такие боссы, блядь. В принципе, на тухлом огнелом еще можно поиграть. А печенька на друида нужна кому-нибудь? Сейчас подожди, убьем, мы разберемся. Мне нужна. Инсихилы, блять. Ой, а мне может, в принципе. Могу на пол взять. На ДК. Сука. Давай, блядь. Ну вот. 27 колдов. Ну хуй знает, историчек, ну слабоват, конечно. Ну слабо, надо 40. Ой, бля. Наказал. 28 сказал, нахуй. Подожди, вот это что? Кого ты наказал? Стояли 6, когда 5, блядь. Слышишь? Наказал. Тихо, этот Т4, это получается комбат стал, да, так играть? Это комбат. Рога. Слушай, ну да, хорошо. Они переапали, пидорасы, блядь. Не, хорошо сделали. Одна кнопка 40 тысяч. Ну то, что переапали, это понятно. А у тебя чё? У тебя мутик? А у криптока чё? Так, Слава, тоже... чё ты там говорил? 130-ку не дает кик из ИИ? Не, ну я гомосека передамажил, типа, блядь, я нормальный пацан. White light кик из ИИ, нахуй. Так. Всё, ясно, короче, блядь. Все после Invisible всех кикают. Чумка, mm-hmm. Да? Да, чумка идет. Этот квест. Да-да-да, вот сейчас предложили. Батинтек 21к дал, ёбаный в рот. Это когда-то 26 давал, а сейчас 20. 22,2. Так, это, наручи кому надо? На Мишку могу забрать? Мне печеньки надо. Мне все надо, пацаны, я вообще голый, давай, что не жалко. Так, брателло, расскажи мне вкратце, опыт у тебя игры какой? И какие цели в игре? Вот ты с Мадиной, друид, этот вы кореша. И сейчас на трэше поставьте и ПГП вот мастер. Этот... Смотри, короче, я только недавно начал играть, я только еще учусь. Но опыта, ну сам понимаешь, нету его. То сколько месяцев играете? Да какие месяцы? Я-то только вот даже месяц не играю. Угу. Полезный кадр. Ну, желание есть, да, в ПВЕ играть, не ПВП. Ну, ПВП только вне рейдового времени, то есть, чтобы я не знал об этом даже. Ну да-да, мы так и делаем, вне рейдового. Чтобы вот. Я не знал об этом даже, нихуя себе. Чтобы я тебя нахуй не видел. Все, смотрите, ну, короче, дело такое, вот. Друид заебись класс. Рога тоже перспективный, но пока что ты по обычкам будешь ходить. Соответственно, ну, вот там подучишься, все. Канал на ютубе есть, там видео, все, что хочешь, все узнаешь. Все очень просто, блядь, игра 1-1 для 12-летних детей, блядь. Так, а теперь по наручам. А кому их отдать? Тирандулу или Роге? Да хватит коверкать, Ник, пожалуйста. Так чё? Заинтересует человека. На распыл, нахуй. Ну, да, просто... Разъеби, деда, разъеби. Просто, ну, Мишка это Мишка, который не потанчит сейчас, а Роги это апнется ты. Да, Роги, давай, заинтересуй человека, чтобы он остался. Я бы девочке не давал. Да, конечно, надо пацаны мне закидывают, и все, нахуя снять. Ну, значит, ты бы девочке не давал. То и значит, мальчику бы давал, понятно. Так, Мадина, тебе тот же вопрос про мальчику бы я дал. А ему как это, коня с лича дал. Т4
Тихо, стой, тихо. Что говоришь? Тот же вопрос про опыт и цели там. И а, я уже играю, да, нормально я играю. Но ты уже играешь, нормально. Да, нихуя, я уже играю, блядь. Так, в каком ты сейчас комплекте? Куда печеньки закинул? Куда? Вообще я это 10 собираюсь. Надо хальдринку печеньки закидывать. Так, собираешь, собираешь. На Сирус не говори такое, 10. Собираешь Т4. Не надо, нет такого. Собираешь Т4, понял? Т4 собираешь. Нет, я вообще хотел 2 Т4, 2 Т10 сделать. Это уже уже пройденный этап. Это пройденный этап. Нет, это Эрдру. Значит, собираешь 4 Т4. Ну, ты знаешь, где куски падают. Вот, собираешь 4 Т4. Остальное все хуйня. Да, я их уже сколько? Я здесь 3 месяца на серве. Ну, 3 месяца, говорю. Полтора месяца играю здесь на серве, не могу собрать их. Какие у тебя? Хуёво. Не, бывает. Собираешь я тоже... Кару с анролом, ГМ с анролом. Я тоже анроль штукин. Я тоже полгода ходил за этим, как он называется? За комплект. Это, значит, смотри. Какие у тебя два куска есть? Т4. У меня один кусок, Т10 такой. Т4, какие Т4. Куски? А, Т4 вообще ни одного нету. Блять, как так-то? Как ты их 3 месяца собираешь и что, я не получил? Ну, я просто не вырылил ни одного ни разу. Хорошо, понятно. Ой, ты полгода ходил, короче, типа на всех своих персонажей? Собирал? Не, я на этого... На шамана, когда вот... И на все стрики, да? У меня шаман сначала был в Т10. Вот сейчас я... за РБК много дают баджей, тут проще, короче, уже их так выносить. Ну да, в принципе. К тому же, если он хилом, Эрдру, он... Да нет, вы не идите, Алё, куда вы идете? Что вы делаете? Проще с анролом, блядь, собрать себе и да. Всё. Повезет, не повезет, я 2 недели посидел с анролом, просто не падает. Ну окей, 3 недели. Да. Короче, сидишь, смотри, точно, 2, я не знаю, будет ли сегодня время, блядь, хотел перед РТ, да что-то с Джона Уика смотрел, блядь, хотел ГМОП собрать. Насчет кары вообще легко проносится, там она 20 минут проносится, чисто по токенам. Зайдешь, там самое главное договорить, чтобы ну, на токен твой не было никого, чтобы ни с кем не родить. Чисто вот тебе, вот, челики в гильдии могут помочь. Вот. Челики. Не ты, то есть, а челики. Челики. Может быть, ты челик, блядь. Ладно, блядь. Эти уважаемые господа, блядь. О, так-то получше. Нормально, да? Я понял. Дамы, господин, дамы, господин. А то челики. Дамы, господин. Тихо, блядь. Блять, а? Скажи, стать, где ты Джон Вика в хорошем качестве смотрел. Ленточка упала. Я смотрел ВКонтакте вообще. А, в ТС? Понятно. Ну, в Обоссаном, ну. Я думал, уже в хорошем вышел. Ну, он в нормальном качестве. Я вообще тебе открою секрет, я без перевода смотрел, нахуй. Я чисто, блядь, слышал. А он уже в кинотеатрах? Он же только в кинотеатрах вышел. Лёха, забей, он смотрел, блядь, на английском. В херовом качестве и скорости 3. Попрошу, во-первых... В кинотеатрах уже идёшь? Да, в кинотеатрах. Во-первых, попрошу, блядь, там был еще японский язык, нахуй, еще какой-то, блядь, мексиканский, никакой, как он там называется? Испанский, нахуй. И там еще даже... А скорость какая была? X4. X1, блядь, была. Ну что вы делаете? Повесили! Заберите босса. Босса заберите, отведите. А, Мурлокас. Мурлокас, тихо. Уяли, да... это Седжу подошел, блядь. Сука, тихо сказал. Мурлокас, я ебану вам сейчас, нахуй. Мурлокас, Халидринка ресы, а Тирандул Седжу ресы. Быстро разошлись со спорами, блядь. Остался кто-то. Я бить не буду, блядь. Будете. Позориться не хочешь? Мурлокас, нахуй, алло, блядь. А я слышал, блядь, резко. Чё, дрочите, что ли, или чё, блядь? Да труп найти надо ещё. Не пульте так босса, блядь, дайте хоть... И Вилаша за воротами. Ну это у меня лагнуло, я типа... Да. Угу. У меня крашнулось, нахуй. Я поверил. Блядь, ты ебанутый, я когда-то пулил вообще босса. Только что, нахуй? Не, ну по чату, но да показывает, факт. Что Мурлокас, типа, первый удар. Да нет, там все же ударили. Мурлокас, блядь. Да, блядь, я бежал к боссу, но... Все нормально, расслабьтесь, все, на голову чего. Споры словите. Все, блядь, тихо. Этот, значит, что там по стакам? Сколько на тебе стаков? Давайте, блядь, прожимочки. На мне 4 стака. Там, в принципе, должно хватить, нормально. Не там надо успеете. Там, бейте, давайте, кто там упал, блядь. Хулидрин, давай меня обгоняй, блядь. Сможешь, нет, я тут крылья пропорожалась, и чё? Не, блядь, он с пула бьет нахуй, а меня резали еще минуту. Все, блядь, не обгонишь, все, блядь, недостоин.
Речь идет о вайпе, блять, потому что имейте в виду, блять, если мы не успеем до 10 стаков. Ну там можно, в принципе, перехватить, но... Третьи споры словите. Да не, вы... Одну вынеси, одну вынеси, сука, блять. Вы кто не там? Можете не успеть, ну типа рофл 7 стаков, у него 30%. Правда ведь? На тебе 7 стаков? Да, сейчас 8 будет по логике. А, да ну нахуй, тогда ты не успеешь, нахуй. Я это... прожмусь под 10-й, по-моему. Не, оно тебя убьет. Диван там... или боб сбрасывают стаки, нет? Да. Только диван, только диван. Этот ну, диван самый... он пусть сбрасывает с него. Гомосек. Вот, Void Light кидает диван. Ну сейчас подожди, а сколько тебе стаков? У меня макроса нет на снятие 8. Дивана. 8. Я его если увижу, у меня может его на панельке просто. 9. Может персори там возьмет щит. 9 стаков. Ну все, кидай. Дай диван. Да похуй, давай на мужика. Перехватываю. Просто добивайте. На нахуй, с ранжи мне, блядь, кинул, ебало. Байкхаус какой-то происходит, просто пиздец, блядь. Непонятно нихуя, блядь. Очень интересно. Ёбаные волки, нахуй. Не пульте так, как, ну, хуйню, нахуй. Танк должен пулить, а не вы, блядь. У меня 13 секунд. Бурлокос, блядь, это ты спулил, нахуй? А ёбаный стыд, Слава, тебе не стыдно, нахуй? Чё? Я вообще-то, блядь, там не бил, нахуй, секунд 10. Там осколок. Да-да-да. А то, что я полминуты или... Это надо вам эти тапки или нет, алло? Тапки надо эти или нет? Короче, нам, блядь, похуй. Вот это Лёха, хуйня. Вот эти можешь взять пока с обычки. О, раздирающие эйнал рукавицы. А, ты ж на шамане, ну, блядь, ебан. Кому с вас они надо, я хуй знаю. Я понял. О, это надо, кстати, давай. Чё, осколок? Ты осколки-то не проёбываете там, а то, блядь, только сейчас увидел. Так он Таурен, история, что ты хочешь? Суманите нас. Юлю, суманите. Осколок, а, да? Точно. Он Таурен, успокойся. Какой осколок? Кто Таурен? Не было осколка. Ну, этот крипто... Юля пишет, осколок был, не пизди. Не знаю ничего. Вон она спамит, блядь, осколок. Осколок! Осколок, какая сука! Бля, пиздец. Не, ну ладно, я все, больше я не хочу. Сейчас люди поливают, блядь, из-за такой... Мне кринжово то, что он за мной пробегает. Будьте в 20. Добав, дайте. Юля, там утонула, нет? Что-то я не могу понять. Утонула. А что ты мне в чат... А, я, блядь, убрал же. Ясно, нахуй, теперь не... Она тебя в мут просто кинула, блядь, старого придурка, блядь. Мозг сходит, что-то, блядь. Я понял, блядь. О, рыбный пыр. Что на боссе? Опа, сейчас узнаем. О. Я Вилаша. Ну, бля, ну 100% вообще. Пыр не дали, блядь. Это просто что пиздец. Что за хуйня? Пыр не дали, бля. Хули вы, говорит, сидите. Ну это только злит меня, блять. Ну, на героиках. На героиках буду смотреть, пиздец. Как да писал. Писал один бродяжничий писатель. Я устал быть добреньким. Почему вы пулите, блять? Только что сказали не пулить, нахуя вы это делаете? Чем ты его таунтишь? Ну я ж его забрал. Блять. А я-то думал, я, блядь, кто сейчас пулил? Аддон есть у кого-то? Я сейчас помутаю вас. У меня есть, но мне надо смотреть. Ну давай добьем, посмотрим. В обычке деда разозлили, нахуй. Атака ближнего боя. Еще раз такой пул, блядь. Гнило морд. Еще раз такой пул, нахуй. Хинкалинка, это ты был? Хинкалинка пишет. Да, Кинкалинг пишет. Автоатака его въебал просто. Подошел в лоб, дал, да? Пиздец. Правильно, что боялся. Какая плохо, Рой, зашел в лоб, шо пол, богу. А на прошлом кто? Ну там уже, это заебешься листать чё. Угу. На прошлом, походу, у меня интернет крашнул, я же сказал. У меня с Дискорда это все добыто. Он подошел такой к боссу. Самый прикол в том, что у тебя крашнул интернет, тебя резнули и ты дальше бил, да? Такое бывает вообще? Да. Я свернул игру, в Дискорд обратно зайти, разворачиваюсь, блять, меня резнули. Верим.
Ну, блядь, хотите верить, хотите нет, мне похуй. У тебя не крашнула игру. Мне сейчас тоже я похуй. Блядь, интернет станет. У меня лагнул. Сейчас у меня так лагнет, блядь, кое-что нахуй. Очко. Идите нахуй, ёбанок. В Герах идеально играют, ебитесь. Да, мы видели вчера в РСке. Хуя себе травма, блядь. Вчера в РСке нахуй умер, блядь, один раз. Ок. Я вообще ни разу не умер, меня, блядь, по приколу выкнули. А на всех остальных похуй, что они там ебать. Ты же сказал, у тебя пинг, нахуй. А у нас квест, по-моему, был. Заберу травму. Дед, вообще не цените, нахуй, игроков или что, блядь. Кто не ценит? Будешь без напыла в следующий раз и раску убивать, мне похуй. Что-то 5-6, по-моему. Надо всякую хуйню собирать. Кто не ценит? Какой без напыла? Что ты придумываешь? А куда Рога с друидом пошли вдвоем? Не пацаны, надо, вы куда? Не надо придумывать ничего. Квест сдавать там надо. Это, захиливайте эту хуйню. Что-то, блядь, сейчас мутать, походу, начну. Там как бы квест. Это, тихо. Кому травма нужна? Ну я могу на забрать ее. Вот так. Блядь, Заломаныч, ты пиздец, ты все можешь, нахуй. Я просто, так я на распыл. Ну чё? Мадина, ты тут? У тебя травма есть? Алло. Хинкалинка, тебе ГП, блядь. Мадина, ты походу, походу мутанул уже меня, нахуй. Мадина. Что такое? Я здесь. Вот именно, что? Травма у тебя есть? Травма? Сейчас будет, ебать. Ментальная. Он может не знает, что это. Просто такое, что это. Открой персонажа своего, и в правой руке ну, что у тебя там лежит? А, у меня вообще посох. Тихо, ну конфета. Почему вы пиздите? Я человека спрашиваю, вы, блядь, пиздите. Блядь, я вообще, побойтесь бога, нахуй. Жезл кому надо? У тебя, сука, аддона нету. Аддон поставь. Это первое. И второе. Мадинас... сказано, я просил ИПГП лутмастер поставить. Сейчас профайл бьем, на трэш пойдем, вы ставите ИПГП лутмастер. Запы вот эти надо кому-то. А где, его взять, ПГП лутмастер? В Яндексе или в Гугле набираешь ИПГП лутмастер. Скачать. Нажимаешь скачать. Раздел ИПБГ. ИПБГ лутмастер. А его на Сирусе нельзя скачать? Можно. Нет. Но ты можешь зайти, вот Discord есть канал аддоны, там есть все аддоны нужные. Прям все? Ну, да, после там... профа только устанавливайте все. Давайте убьем уже. Чем профа убьем? Хорошо. Я еще квест буду делать. Ой.